Вот представляешь, ну есть светофор, да? И что делать, если светофор сломался? Надо всем уступать. Кому всем? Пешеходам, машинам? Машинам, пешеходам? Ну, если машин нету, вообще их нету, то пешеход может спокойно пройти. Если машина есть и пешеход есть, то значит все равно пешехода надо пропустить. Представь такую ситуацию. Ты идешь по дороге, и вдруг видишь, сломался светофор. И что делать? Ну что чинить? А вот что делать, когда светофор сломался? Ставить гаишника. А если сломался светофор, что делать? Нужно вызвать полицейского, и он будет там палкой махать и указывать вам путь. И он будет следить за дорожным движением. Вся надежда на полицейского. Вот что делать, если сломается светофор? Исправлять как-нибудь ситуацию. Пешеходам нужно смотреть по сторонам, идти с такими штуками, которые блестят. Их можно на одежду прилепить, можно там на портфель. А водителям нужно пропускать и ехать осторожно. Вот что делать, если светофор сломался? Ну, наверное, построить пешеходный переход. Хотя это слишком длинный путь, лучше просто заменить лампочку. Есть такая штука, как светофор. Ну, знаешь для чего, да? Да. И вдруг случается несчастье, светофор ломается. И что делать? Нужно посмотреть, что там у него сломалось. Может, там птичка залетела или бабочка. А кому посмотреть? Ну, то есть любому прохожему подойти и посмотреть? Нет, специальному рабочему. А как мы его назовем? Светофора-делатель? Я даже не знаю, как его зовут. Инженер светофорных душ? Наверное.